Чичай лалек, ходимо доймут, чему джекен мопу. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас очередной выпуск передачи «Кто вы, юкагиры?». И сегодня я хотел бы рассказать о том, какая идет работа у нас по сохранению юкагирского языка. Прошедший 2019 год являлся международным годом языков коренных народов мира, объявленной Организацией Объединенных Наций. По его итогам мы уже знаем, что 2022-2031 года объявлены международным десятилетием языков коренных народов. Понятно, что одним из центральных, так сказать, объектов или, скажем, данных мероприятий являлось, конечно, сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, среди которых одним из таких важных мест значение имеет, конечно, наш юкагирский язык. И, соответственно, когда я встречаюсь со многими людьми, они меня очень часто спрашивают, а что же у нас делается с юкагирским языком? Ведь вроде бы мы об этом проблеме юкагирского языка слышим много, это с одной стороны. С другой стороны, вроде бы всегда сообщается о том, что что-то делается, и всегда в связи с этим задается вопрос, а какой вообще у нас ситуация с юкагирским языком? Вначале вот как раз несколько слов об общей ситуации. Вначале я скажу о том, что те специалисты, которые занимаются, знают, что у нас на самом-то деле не один юкагирский язык, а два юкагирских языка. Это тундринный юкагирский язык и лесной или колымский юкагирский язык. И эти два языка, они, конечно, их относят к одной группе, но они достаточно серьезно отличаются так, что носители этих языков друг друга не понимают. И эти отличия достаточно серьезные. Иногда, вот для того, чтобы привести, может быть, некоторые сравнения, я скажу о том, что эвенки и эвены, хотя это два разных языка, но носители этого языка, они, в общем, могут понять друг друга. А что же у нас вдруг с нашим лесным юкагирским и с тундринным юкагирским? Ученые, специалисты, филологи говорят о том, что эти языки разделились около более даже чем 2000 лет тому назад. Для того, чтобы вы поняли, что такое 2000 лет, я вам скажу, что славянские языки, восточнославянские языки, это украинский и русский, они разделились чуть более 500 лет тому назад. Но когда украинец разговаривает, русский его достаточно хорошо поймет. Поэтому этот пример не очень, да, вроде как понятен. С другой стороны, я приведу, а вот западнославянские языки разделились с восточнославянскими языками уже где-то более 1100-1200 лет тому назад. То есть поляк, чех, если будет говорить с русским, то они уже друг друга не поймут. Там будут какие-то некоторые общие слова, но в основном смысл уже будет теряться. Ну и наиболее, наверное, близкий для наших слушателей пример – это тюркские языки. Скажем так, что большинство тюркских языков, вот их разделение произошло сравнительно недавно, где-то 1000, может, лет тому назад. Но, например, с турецким языком, если мы возьмем, то, скорее всего, разделение произошло на уровне где-то 1500 лет тому назад. И вот сравнение, я вам еще раз привожу сравнение, что, по мнению большинства лингвистов, разделение южно-юкагирского лесного с северо-юкагирским тундринным произошло около 2000 лет тому назад.
Вот поэтому достаточно большие отличия. И поэтому мы говорим о двух юкагирских языках. Второй момент. А к чему же относятся юкагирские языки? Всегда нас спрашивают. И тут надо сказать, что до сих пор ученые еще не определились с этим вопросом. Большинство наших специалистов, филологов считают, что юкагирский язык относится к уральской языковой семье. И даже в уральской языковой семье выделяют третью группу, ее называют юкагиро-чуванские языки. То есть есть финно-угорская языковая группа, есть самогийская группа. И ученые выделяют третью группу, это юкагиро-чуванские языки. Однако вот ряд специалистов, особенно из центра, скажу так, московские специалисты, которые не согласны с данным положением и которые уже по традиции относят юкагирский язык к полиазиатским языкам, то есть изолированным языкам, у которых нет родственных связей близких с другими языками, и которые объясняют наличие многих каких-то схождений с уральскими языками, объясняют тем, что, по всей вероятности, юкагирский язык имеет... по всей вероятности, отделился от древнейшего Урала, даже алтайской общности, возможно, именно очень далекой древности. И поэтому с равным успехом, как московские исследователи говорят, можно отнести, найти схождение юкагирского языка как с уральской языковой семьей, так и с алтайской языковой семьей. Поэтому отнесение к одной из этих семей на сегодняшний момент будет некорректным, так считает. А вот, например, один из специалистов, там, Олег Мудрак, он, последние его исследования посвящены нахождению, то есть обнаружению каких-то схождений юкагирского языка, например, с эскимосским языком, с нивским языком. И таким образом он все-таки настаивает на том, что юкагирский язык все-таки должен относиться к полиазиатским языкам. И при этом удревляется язык, как минимум ему выделяют до 5000 лет назад, а выделение его как самостоятельного, возможно, еще более древнее. В этом связи я просто скажу, что по-прежнему юкагирский язык очень популярен на Западе у европейских лингвистов, именно в той связи, в связи с изучением так называемого настратического языка, праязыка. Есть такая теория, которая говорит о том, что был когда-то один общий язык, который разделился, из которого пошли все современные языки. И вот именно есть исследования, которые базируются именно на основе юкагирского языка, которые позволяют реконструировать этот так называемый ностратический язык. Вот. Ну, а теперь несколько слов о языковой ситуации. В этом году у нас предстоит перепись населения, которая будет осенью. Но предыдущая перепись у нас проходила в 2010 году, которая тогда зафиксировала, что у нас 1603 юкагира. Из этих 1603 юкагиров абсолютное большинство проживает в республике Саха-Якутия, 1283 человека, или 80 почти процентов юкагиров проживает. И только именно нас в республике, в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах сохранились, так сказать, места, где еще функционирует наша юкагирская культура, сохраняется традиционное хозяйство, ну и ведется работа по сохранению языка и культуры. В Верхнеколымском районе это село Нелемное, место компактного проживания лесных юкагиров. Там есть юкагирская национальная школа, где ведется обучение лесному юкагирскому языку. А в Нижнеколымском районе это центром является село Андрюшкино, где есть школа, где ведется преподавание и обучение тундринному юкагирскому языку. По данным 2010 года, где-то 360 человек, которые признавали юкагирский язык родным, но это не означает, что все они знают родной язык. Ну и при этом перепись этого же года дает такую цифру 311 человек, которые знали, то есть признавали, что они знают юкагирский язык. Это менее
четверти, то есть где-то 23%, которые знали, из среди юкагиров, которые знали родной язык. Вот. С тех пор ситуация еще усугубилась, ухудшилась. За прошедшие десятилетия в Нелюмном уже не осталось ни одного носителя юкагирского языка. Носителей тундринного юкагирского языка где-то около 10, наверное, человек осталось. Кто-то скажет, а как так мало, ведь у нас в школах изучают язык. Далее я говорю, если я называю носителем тех людей, которые думают на родном языке. Абсолютное большинство тех, кто изучал юкагирский язык и которые вроде знают язык, сейчас уже думают не на родном языке, а думают или на русском, или на якутском языке. И это очень печально, конечно, это такова реальность, но проводится достаточно большая работа для того, чтобы языки наши сохранить. Я уже сказал, что действуют школы. На сегодняшний момент в 5 школах нашей республики изучается юкагирский язык. Причем большинство, конечно, в одной школе это лесной, южный юкагирский, скажем, язык колымских юкагиров изучается. В 4 школах изучается язык тундринных юкагиров, или еще мы говорим северо-юкагирский язык. Сегодня я хотел также бы остановиться на некоторых тех достижениях, которые есть у юкагирского народа. С одной стороны, за последние годы было реализовано несколько проектов, где больших таких проектов, в которых были нацелены на то, чтобы пропагандировать, популяризировать языки, фольклор наших народов. И в частности, вышло несколько разных книг, связанных, например, со сказками народов Севера, со сказками народов Якутии. Вот одну из этих книг я держу сейчас у себя в руках. Называется «Сказки народов Якутии». Этот проект, который в свое время был очень интересный, который начало Министерство внешних связей, и который нацелен на то, чтобы популяризировать в том числе Якутию на международном пространстве. И в этой книге собраны, представлены сказки наших народов, народов Якутии населяющих, и в том числе, конечно, особое место среди них занимает и сказки юкагиров. Редактировала именно данные сказки, текст и так далее, управляла, смотрела, ответственная была Панна Егоровна Прокопьева, один из ведущих специалистов по юкагирскому языку, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера. К вашему сведению, есть электронные варианты, и в частности был реализован и реализуется новый проект акционерного общества «Алмаза Анабара». На их сайте вы можете найти тоже «Сказки народов Якутии». Это другое. Причем, вот если вот данная книга она вышла на русском языке, то на сайте «Алмазов Анабара» вы найдете проект именно «Сказки народов Якутии», которые написаны, опубликованы и озвучены именно на языке этих народов звучит. То есть вы там найдете сказки, те же самые юкагирские сказки, которые озвучены и написаны на юкагирском языке. И это очень интересный такой проект. Другой проект, он реализовывался национальной вещательной компанией «Саха». Здесь Наталья Дмитриевна Сметанина в свое время провела такой очень интересный, реализовала проект 40 уроков по изучению языков. Всех 5 наших языков коренных малочисленных народов Севера были видеоуроки по эвенскому, эвенкийскому, долганскому, чукотскому и тундринному юкагирскому языкам. Видеоуроки вот в виде таких вот электронных дисков. И есть эти диски для каждого из 5 языков. В данном случае я вам показываю диск с видеоуроками на эвенском языке. И такой же диск у нас есть по юкагирскому языку, где эти уроки вела Анна Николаевна Татаева, молодой наш специалист, ученый, исследователь, которая сейчас делает очень много для того, чтобы сохранить этот язык. В данный момент она работает в Нижнеколымском районе, в поселке Андрюшкино, и там ведет юкагирский язык. Она же дистанционно занимается, проводит занятия с ребятами из
школы Арктика, которая находится в Нерюнгре. У нас есть Институт гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера. Спрашивает, а чем же занимается этот институт? Там мы знаем, что там есть специалисты по юкагирскому языку. И спрашивает, а каковы же результаты? И на этот вопрос я иногда отвечаю о том, что проведется очень большая работа. С одной стороны, специалисты этого института заняты вот во многих проектах, которые направлены на широкий круг людей. Вот в частности, я привел вам пример данную книгу «Сказки народов Якутии». Они редактируют учебные и готовят учебные пособия. Но основная их работа – это фундаментальные исследования. И вот передо мной сейчас я держу в руках две книги, которые вышли вот буквально в прошлом году, в 2019 году, и которые являются результатом, показывают результат этих фундаментальных исследований конкретных ученых, конкретных исполнителей, носителей нашей культуры. Я держу в руках книгу Панны Егоровны Прокопьевой. Эта книга называется «Устная несказочная традиция юкагиров», и она посвящена именно изучению и исследованию фольклора юкагиров. В большей степени, конечно, это фольклор лесных юкагиров, но, тем не менее, данные материалы, здесь вот та теоретическая часть, которая проведена, работа, она рассматривает фольклор обеих групп юкагиров, общий такой, и любой читатель, который заинтересуется, откроет данную книгу, здесь найдет очень много интересного для себя. И вторая книга – это монография Самоны Николаевны Куриловой, называется «Местоимение юкагирского языка». Это тоже одна из таких очень интересных работ, которая вышла. Вот я скажу о том, что юкагирский язык относится к одним из тех языков, который мало исследован, и поэтому до сих пор еще выходят такие работы, которые посвящены вот таким очень серьезным темам, наверное, пока еще мы находимся на стадии описательной, да, скажем. И вот действительно, вот местоимение юкагирского языка – это одна из таких работ, она действительно является одной из пионерных работ, и в это работа, она тоже представляет большое очень такое достижение, в том числе якутской филологической науки. И я думаю, что также для специалистов она будет интересна и будет интересна для всех исследователей. Помимо этого, издается очень много научных статей. Достаточно привести такую цифру, что за прошедший год издано более 20 статей именно по проблемам юкагирского языка, вот достаточно в серьезных таких академических журналах, которые вот раскрывают различные аспекты юкагирского языка. Прошедший год очень был богат подобными научными конференциями, форумами, на которых обсуждались вопросы сохранения языка и культуры юкагиров. Весь прошедший год он у нас проходил под эгидой юбилея одного из самых известных наших деятелей культуры, яркого сына представителя юкагирского народа Николая Николаевича Курилова. Все знают о том, что это известный художник, и в течение этого года у нас были персональные выставки Николая Николаевича Курилова. Все знают его как журналиста. Голос Николая Николаевича является голосом юкагирского народа, который чуть ли не каждое утро мы можем услышать по радио Якутии, который говорит о том, что язык наш еще жив. Известен он и как писатель, поэт. И вот последние годы он стал известен и как драматург. У нас в течение вот последних 5 лет были несколько постановок и на сцене Саха-театра, и на сцене театра юного зрителя, Государственного театра коренных малочисленных народов Севера нашей республики, которых были поставлены по мотивам произведений Николая Николаевича Курилова. Но и завершение этого года прошло под эгидой премьеры оперы «Юко и Аннеке» композитора Николая Михеева, который состоялся на сцене Государственного театра оперы и балета. И это действительно стало большим событием в культурной жизни нашей республики.
впервые поставлена опера на юкагирскую тематику. Очень много специалистов, которые оставили свои отзывы, и которые действительно отмечают о том, что она очень интересна, необычна и действительно привлекает внимание. Я считаю, что это очередной такой вклад в развитие культуры наших народов, и причем развитие культуры профессиональной, и которая говорит о том, что наша культура не стоит на месте, она продолжает развиваться. В течение прошедшего года Николай Николаевич выпустил две книги, очень интересные таких книги. Одна книга называется «По лунной тундре». Это здесь его рассказы, стихи, и здесь же его пьесы. Вот как раз вот опера «Юко и Аннеке» поставлена по пьесе Николая Николаевича Курилова «Черная морошка». И вот данная пьеса как раз вот вы найдете на страницах данной книги. Это очень интересная пьеса, которая вот ставит очень много интересных таких вопросов, в том числе общемирового, такого общечеловеческого значения. И другая книга, это вот называется «2018.черский.отпуск». Очень интересно. Это в такой манере путевых очерков составлено. Но не только здесь очерки его какие-то и так далее. Здесь очень много вы найдете, с одной стороны, его стихотворений, размышлений о сегодняшнем дне. А с другой стороны, и найдете его, действительно, может быть, уже законченные эссе, произведения, которые очень будут интересны вам. И третья сторона. Те, кто знаком с Николаем Николаевичем, знают, что он очень хороший художник, фотохудожник. И вот на страницах данной книги вы найдете очень много фотографий, которые отражают. С одной стороны, это исторические фотографии, фотографии семейные. С другой стороны, те, которые отражают его встречи с людьми. И они тоже будут очень интересны, которые показывают его жизнь. А я хотел бы просто здесь, наверное, из этой книги вам прочитать одно стихотворение, которое очень, наверное, будет интересно. Я еще раз напомню, что прошедший год был юбилей Николая Николаевича. Все его творчество базируется на том наследии, которое ему передала его мама, Анна Васильевна Курилова, мать братьев Куриловых. И оно базируется на его впечатлениях детства. И вот это стихотворение «Тропинки детства», наверное, вот очень четко отражает вот это вот восприятие мира. Я хотел бы его зачитать. «Мои тропинки детства, как хочется к вам вернуться и, беззаботно озираясь, вспомнить жизнь взрослую. Что? Не бывает такого? Вернись, друг детства, к тропинке детства, и точно будешь думать, что я сделал в жизни взрослой? А в детстве? А в детстве ты отрада родителей своих. А в детстве ты награда в их жизни неспешной. За их любовь, труд, самоотверженность, чтобы на ноги поставить тебя». И во многом это произведение очень такое философское. Оно заставляет задуматься. Поищите стихи Николая Николаевича Курилова. Некоторые из них состоят буквально из одной строчки, из двух-трех строчек, очень короткие, а некоторые достаточно большие, объемные. Абсолютное большинство из них несут размышления. Размышления о жизни, размышления о судьбе своего народа. И это действительно, наверное, вот особая миссия Николая Николаевича. Буквально 2 года назад была издана книжка «Эпэлю». Это книги, рассказы о мальчике Пэлю, который живет в тундре. И эти рассказы, они написаны на тундренном юкагирском языке и предназначены детям. Это помимо того, что Николай Николаевич ведь автор нескольких учебных пособий именно по юкагирскому языку, как изучать. А эта книжка, она как раз способствует для того, чтобы дети осваивали язык. Вот произведение, которое было издано 2 года тому назад. Называется оно «Белый туман рассвета», в котором он, наверное, задает себе такие очень важные вопросы. Вот он, например, завершает эту книгу таким вопросом.
завершая экскурс в жестокое прошлое своего народа, спросим самих себя, юкагиры, зарастают ли тропы юкагиров? Самое же главное, нам самим нужно быть целеустремленными, чтобы тропа предков не заросла и не пропала в дикой заросли трав и кустарников, а была видна и заметна долгие века. Николай Николаевич Курилов, который делает действительно очень много для того, чтобы юкагирский язык жил, который делает очень много, чтобы внимание к юкагирскому языку сохранялось, чтобы наш народ продолжал жить. Илисимет Малинин.